друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт! Фикса, ты дорогой следи! Ах ты мелкий! Тебе ремня не хватило за то, что ты уроки не учишь? Еще и машину решил разломать, да? Да кто ж так водит? Разве я тебя этому учил? Алло, няшка! Роза, вы что, издеваетесь? Это другое видео совершенно! Вы меня здесь и здесь учитель собрались, что ли? Естественно, щегол! Так, нет, это издевательство, что ли? Машину можно новую создать! Какая разница, все равно не твоя! Вообще-то моя! Видишь, бирюзовая, моя! Мать, ну ты скажи... Какая мать? Роза, а скажи что-нибудь! А ты не перебивай нас! Вы что, офигели, что ли, оба? Сейчас ремня-то какого получишь? Да ты, я говорю, успокойтесь, ребята! Вы что-то сильно вжились в роль! Ну что же, сегодня мы с друзьями разделились на две команды и поспорили на 10 тысяч рублей. Условия спора достаточно просты. Нужно первым добраться до финиша. И как вы понимаете, мы без машины. И судя по всему, мы проигрываем. Лузеры, удачи вам. Пока, неудачники. Но лично я так легко не сдамся, друзья. Мы починим машину и первый приедем на финиш. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы добить 12 миллионов подписчиков. Осталось совершенно чуть-чуть. 800 тысяч. Ну подписывайтесь. Ну ты и придурок, Фикса, кто тебя вообще за руль пустил? Да это вы! Панельные рекомендации для безопасного вождения не соблюдаются. Короче, где ты права взял, купил что ли? Да нет, у меня вот есть права, мне Гречин дал, вот смотри. Да ну-ка покажи, давай, давай. Водительская. iFixx? Ты ник что ли поменял? Так, не, подожди, подожди, это какая-то шутка, ну дай посмотреть обратно. Так ты нас обманул! Да какой iFixx это? Ребята, что вы издеваетесь, что ли? Настоящие права, да? Да, конечно, я уже понял. Мы не того, кажется, это выбрали. Видимо, да. Что мы сейчас делать-то будем? У нас машины даже нет. Да сейчас что-нибудь придумаем. Вот, смотрите, тут, например, есть какое-то полуразрушенное здание. Сейчас в него войдем, там наверняка помощь найдем. Да-да, в полуразрушенном здании. Да стоп, Рот, смотри, здесь... Ой, там... автослесарь! Да-да-да-да, я же говорил, смотрите, прямо здесь. Как нам это поможет? Автомастерская заброшенная. Сейчас чик-пук, бам, и все, и машина новая будет готова. А можно я просто пукну, и будет машина готова? Тогда мы далеко с тобой не уедем. Жалко. Короче говоря, давайте разделимся. Идите, смотрите снаружи что-нибудь, а я поищу здесь. Ага. Все, погнали, погнали, ладно, погнали. Быстрее, 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 смотрим. Внимательно обшарим каждый сундук. Железные слитки, шерсть, стекло. Уже что-то похоже на машину, если честно. Еще больше всего. Ну, 100%, 100% сейчас что-нибудь создадим. Так, эти не открываются, эти нет. Вот еще железка, 43 штуки. Так, ну вроде бы эти ящики осмотрели. Дальше, да тут дофига вообще всего, офигеть. Куча панелей, только тебе для чего панели нужны? Солнечные, что ли? Хотя, ну, на улице солнце скоро сядет, зачем они нам? Дальше, какой-то шкафчик, это броня нам не надо. Да нет, да тут дофига все. Ребята, идите сюда, я кучу нашел всего. Ща, я тоже тут нашел, погоди. Молодцы, молодцы, тут куча барахла всякого, что и железо, стоуны, куча блоков. Смотри, я сейчас открою верстак, вот он верстак. Если я правильно понимаю, мы сейчас машину новую сделаем. Так, только из осталось этого найти хлама ее. Мы должны собрать себе машину. А ты что думала? Смотри, вот тебе еще, я не знаю, тут железо, панели, вот это что это такое? Во, давай, 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 смотри, нам нужно 150 железа, 8 черной шерсти, у меня уже 10, ну, конечно, серая, но какая разница? А стеклянные панели есть, редстоун есть, и нужно еще найти 14 панелей. Вот, смотри, вот две. О, хорошо. Вот тут еще. Ага, супер, красавчик. Скидывай, скидывай. Что-то лежит. О, молодцы, молодцы, скидывайте. Хорошо. Давай глянь, я туда еще не заходил. Чуть за место такое, здесь вещи старые. Здесь страшные, не хочу, сам смотри. Я на самом деле теперь не сомневаюсь, почему эта штука заброшена. Чел с камнем разговаривал, походу, всю жизнь. Напоминает, сериал «Последний человек на земле» был такой. Там также чувак с камнем разговаривал. Я не хочу быть героем этого сериала. Так, Роза, ну вроде бы мы все собрали, нет? Нет, мне еще куча панелей надо. Мне еще нужно 11 панелей. Ищите, ищите, вот тут, ищите. Вот тут, смотри, вот тут. Где вот, тут. Няшка, ты мне скинул все? Вот еще две панели. Да, на таком корыте нам точно не победить команду Добейта. Вообще-то у нас еще есть шансы, учитывая, какой из Добейта водитель. Это уж точно, да. Так, давайте не отвлекаться. Быстрее соберем машину, быстрее уедем отсюда. Согласны? Да, быстрее победим, получим главный приз. Правильно? Да, надеюсь, там много алмазов. Няшка, там лучше, чем алмазы, поверь мне. Так, а подожди, а что это? А почему шерсть не подходит? Почему я из серой не могу это сделать? Ищите черный краситель срочно. Какой черный краситель? Где мы тебя в пустыне найдем? Тогда черную шерсть ищите, давайте быстрее. Так, смотри, что-то нашел. О, на. Угольный блок.
бог, я тебе говорил, черный шесть! А не уголь, ты бог! Няшка, ты бы его еще активировал, чтобы активированный уголь получить, а? Вот, Роза, другое дело, молодец! Молодец, умничка, умничка. Давай, не. О! Во-во-во! А ну-ка, ну? Ну да, все, теперь правильно, молодцы, молодцы. Все, поехали! Собираем тачку получить. Ребята, а двигатель кто будет крафтить? Это не ко мне. Точно, фиксаю, у нас же машина там осталась. Слушай, давай быстренько вытащу оттуда двигатель, а няшка мне поможет колеса снять. Вот он, женский ум и мужская сила. Ребята, давайте погнали. А не думай, что там капиталить движок надо, он же двигался. Не-не-не, побежали, побежали. Давайте, а я пока пойду посмотрю здесь, что отдохну. О, точнее, я буду заниматься важным делом, да-да. Так, ребята, они пока там несут вот это вот все, пожалуйста, лайк на видос поставьте, если до сих пор не поставили. Или на канал подпишитесь. А еще у нас в Телеграме 200 тысяч подписчиков. Ну че вы там, а давайте, 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 давайте. Я тут уже устал отдыхать. Я справилась. Точнее, заниматься важным делом, молодцы. Все, машина полностью готова. Так, ага, это сюда, это сюда. А, нам туда в одного колеса хватит. Крафт, все, ребятушки, поздравляю. Новая машинка готова. Готовы? Раз, два, три. Давай, давай. А как это вообще открыть, а? Опять. Сейчас, погоди, у меня что-то в трусах, вот, на. Че, фу, давай, Рос, давай ты лучше. Это же тебе притронусь к этому. Да, господи, ладно. Фу, оно еще и не работает, няшка. Да по верхней тыкать надо. О, вот, другое дело. Фу, надо будет руки помыть потом. Не подходи ко мне. Ну все, погнали. Бензина-то нету, ё-моё. Да что ж у нас проблема на проблеме? Проблема на проблеме. Они наверняка уже у финиша там. Не ищите бензин скорее. Тогда вы с няшкой будете толкать, а я внутри рулить буду. Вообще-то я видел полупустую канистру недалеко. Я, конечно, не уверен, что там бензин, но это лучше, чем ничего. Давай, что ты молчал, неси скорее. Была сразу же ее нести сюда. На, заправляй. Ох, ладненько. Надеемся, что по пути нам попадется заправка, иначе мы так далеко не уедем, у нас 800 всего лишь. Не, ну мой план-то все еще в силе. Ладно, пускай фиксай рулит, хотя бы какие-то права у него есть. Ага. Я могу себе такие же нарисовать, дайте мне листочки и ручку. Так, нет, ребята, женщина! Хватит спорить, ребята, хватит спорить, иначе мы вообще с вами не доедем. Давайте, давайте, успокоимся немножко. Ну чё там, а? Долго еще, где-то заправка чертова! У меня после сотни отжиманий так руки и ноги не болели, как после толкания этой развалюхи. Ты не мог, няшка, да хоть как-нибудь там... вы парни! Подумаешь, вот. Всего лишь последние 6 километров толкали! Вон она, смотри, смотри, какая-то старая тоже! Я не знаю, что это! Погоди, не вижу! Так, что там написано? 1500 километров какие-то, что за... на 1500 километрах, вон это, кажется, заправка! Быстрее толкай, няшка, круче! Давай, 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 давай! Давай, няшка, еще чуть-чуть осталось! О, так, заворачивай, вот так вот, вот так вот. Роза, выкручивай руль, давай. Хорошо, да хорошо. И прям колонки. Так, тяжко, давай, дотолкай, я пойду посмотрю, что здесь вообще есть. Ноль, ноль процентов, ноль вообще бензина. Все, застряло. Это просто уж плохие из вас родители, а? Сына куда отправили, а? На смерть пустыни просто. Давай, дищи к топливу. Так, все, ну успокойся, я ж пошутил. Давай, давай, работай за нас. Да все, ребят, что вы, да? Так, ну что ж, что нам делать-то теперь? Давайте внутрь зайдем. Может, там что-нибудь есть, батончики какие-нибудь перекусим. Мне кажется, здесь давненько кого не было. Вообще уж, жесть. Просто мусорка, ребята. На, плакали алмазы. На свалке поищем. Я там не буду рыться. Ну, слушайте, на самом деле идея хорошая. Няшка, пойдем. Не, ребят, что-то придавило, ребята, я это... Он там, что-то с нами. Кого там придавило? Ты же сказал, футбол сейчас пойдешь смотреть. Няшка, возвращайся, да. Давай. Инвалид, а? Я бы лучше сыграл. Давай, заходи уже. Все, 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 давай, давай. Пойдем, пойдем. Ух ты ж, черту возьми, ребята, здесь крыса на свалке, аккуратней, 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 главное, не попадись. Пойду свиночки полью, может лучше. А я на рояле сыграю сейчас тогда. Тихо, аккуратно, у нас всего лишь одна с вами жизнь, одна жизнь, ребята, одна жизнь. Тихо, какая мерзость. Да погоди, батут тут. Да какой батут? Няшка, только не иди сюда, здесь футбол, судя по всему, не иди, не садись туда. О, нет, я не зря это сказал, зря это сказал. Все, канистра нашел. Хорошо, хорошо. Няшка, я говорю, уйди оттуда лучше, там уже крысы сидят. Няшка, ты уверен, что это хорошая идея? Крыс. Да забей ты уже. Давай, может... Ладно, неважно. Может, ты уже забьешь его? Пойдем, я канистру нашел. Полную, целую. А, все, невредимую. Я не хочу, не хочу, не хочу. Отстать от меня крысы. Прекрасно. Заливаем полный бак и просто уматываем отсюда. Давайте быстрее. Фу-фу-фу-фу-фу, мне не понравилось. А ну, пасть мне ремнем, тебе понравилось? Да. Ну, ладно.
Чё вижу? Смотрите, еще какое-то здание. Мы с вами проехали 6000 километров. Ура. Да, реально, офигенно. Так, здесь какие-то жители. Тут и... Тихо. Чёртова, побери. Мост сломался. Так, погодите. Если мост... Давайте отъедем немножко, то у меня плохое предчувствие. Давай, хорошо. Смотрите, если мост сломан, значит они никак проехать не могли, значит они позади нас. Отлично. Погоди, давай тогда машину отгоним, чтобы они взад не врезались. Ладно, хорошо, давай прям отгоним вот куда-нибудь. Давай. Вот сюда, вот прям. О, сейчас где-нибудь вот здесь вот. Вот так вот припаркуемся и нормально. Ух, так, смотрите, нужно мост починить как-то. Он мне говорит, hello, няшка, он англичанин. Так, значит, не спросить у него помощи, блин. Блин. Походу, в Англии находимся. Do you speak English? Блин, он тоже мне говорит, hello, какой-то Lil Varch. Рэпер какой-то, судя по всему. Ладно, неважно, да. Так, все, ребята, смотрим, ищем по сундукам быстрее, потому что они... Точно не вариант, давайте искать. Я нашел. Я тоже доски какие-то нашла. Я вообще ничего найти не могу, как вы это находите. А я лучше пойду полежу, посплю. Ну ты по палаткам. В смысле, полежишь? Алло. Мое любимое дело. Так, может быть, в этом ванпосте что-то будет полезное. Да, смотрите, обломок доски, прекрасно. Старая древесина, но, надеюсь, выдержит все-таки один проезд. Ни в коем случае, чтобы там добей ты вот эти вот всякие, на все готовенькое не успели приехать. Опачки, хорошо, здесь прям дофига всего. Так, ребят, давайте к мосту. Кажется, все необходимое мы сами уже смогли найти. Так. О. Да ну ё-моё, ребята, мы опять туда заехали, ну сколько можно уже, а? Это они, что ли? Это они. Давид, из себя очень плохой водитель. Из тебя навигатор. Да все, мальчики, хватит ссориться, смотрите. Там же команда фиксая. Эй, лузеры, чё встали, бензин закончится, да? Что мы проехали несколько поворотов, иначе бы... Да всё, Давид. Да ладно, ребят. Эй, вообще-то мы остановились под... Ай, Давид, да ты чё наделал? Как же чё таскивать машину из реки? Идёмте быстрее, застроим мост и приедем. Да, быстрее, застроим мост, погнали, подряжка, помогай просто и все. Давай. Так, хорошо. Ой, тащи. Давай. С этой стороны тоже. Так. Куда? Сразу на ту сторону. Оп, чуть-чуть осталось, прям давайте, быстрее, пока они там вытаскивают. Все, поехали. Надо её высушить, надо высушить машину. Садись. Хорошо, поехали, давай. Слушаем. Отлично. Быстрее. Пускай они там сушат. Удачи, Лола, удачи. Легчайше, ребята. И кто у нас такой неженка фиксает? Ты что ли проголодался уже? Ну проголодался. Тебе что, какое дело? Вообще бургеры! Фиксы пачка, мое любимое заведение! Господи! О, я тоже кушать уже захотела. А, ужас, прав, в животе урчит, это кошмар. Заходим, ребята. Вау. Касса самообслуживания. О, поняшка, а ты-то что? Кто теперь неженка? Неважно. И Роза туда же. Да, ну и что? Но зато я даже всех держалась. Что ты так, ладно, надо отведать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально вообще, свекольный бутерброд. Нифига себе. Я такой впервые вообще вижу. Наконец-то я отпи... Не, это сраная курица, господи. Да, нормальная курица, ты вообще обалдел, что ли? Да ты тут вообще... Ешь дальше сушить говядину эту. Вот подождите, именно. Смотрите, они сюда повесили мои ближайшие концерты, которые пройдут в сентябре, октябре. 22 сентября Санкт-Петербург, 29 сентября Москва, 4 октября Самара, 11 октября Ростов, 8 сентября Новосибирск. Короче, а прикинь, что, прикинь, а я в Москву приеду. Реально? Да. А ты, Роза? А я, наверное, в Екатеринбург. Ребята, покупайте билеты прямо сейчас, чтобы со всеми сфоткаться, увидеться, попеть песни и вообще круто провести время. Ссылка в описании. Бля, будем ждать. Ну ладно, что, поели? Все, погнали дальше, у нас не так уж и много времени. Опачки, телега стоит. Да это ж телега. Это ж телега. Это ж знак. Что это нужно знак. Сделать? Подписаться на телегу по ссылке в описании, потому что туда вы это... Я ролики все выпускаю, вы никогда их не пропустите. YouTube там блокирует, замедляет. Короче, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. О, это, как ее? Да рядом вышка, это дурень. Ребята, у меня тут идейка появилась для троллинга. Опа, давай. Ну, я, конечно, троллинги не особо люблю, но вот эту команду потроллить можно. Определенно, да. Все еще грубияны. Так, смотрите, здесь какая-то хижина. Ну, тут, конечно, скудненько. Ничего нету. О, смотрите, старый прибор для вещания. Погоди, стой, сейчас. Я не верю в чу...
Так, или сюда не пить надо? Няшка, туда не пить надо. Короче говоря, придумал. А ну-ка, я сейчас хочу попробовать подключиться к радиостанции Добейта. Давай. Что-то помехи какие-то. Может, кто-нибудь на радиовышку слазит, а? Плохо, да. И посмотрит, как там антенна. Кто же это может сделать? Роза, давай ты, да, отличная идея. Ну почему я? Ну ты ловкая, я этот, я Скуф. Я Скуф, вообще-то это, давай ты сгоняй мать, давай. А я полежу пока тут. Так, короче, все, Роза, мы решили, троллинг не может ждать. Ну как вы... Ужас. Там это еще припомню. Так попробуйте курицу мою не покушать в следующий раз. Ребята, тут реально антенна какая-то поломалась. Ну ты это, подвигай там ее, может заработай. Ну я пытаюсь. О, все, получилось. Роза, спускайся, молодец. О, это было тяжело. Внимание, дорогие слушатели нашей радиостанции. Ой, что, откуда этот звук? Спешим вам передать, что вы никогда не обгоните великолепную команду Фиксая. Что за бред? Выключите это кто-нибудь! Мы уже почти у финиша, поэтому у вас нет шансов! Тихо, все! Нафиг это радио! Так, кажется, они выключили радио. Да, жалко. Ну все, троллинги закончились. Посмеялись, можно и дальше поехать. Да говорю ж я вам, этот бред какой-то. Они не могли настолько далеко уехать. Да кто их знает? Мы кучу времени потратили за это поганое вещь. Ребят, смотрите, кто там возле этой вышки. Фиксай. Эй, как он там? Гони давай, быстрее. Да давай. А что с машиной? Ты опять на кактус наехал, что ли? Да нет. Что опять не так? Ну, опять камень какой-то в колесе. Ну ты, блин, едь быстрее. Они ж подгонять могут. Да ты... Водитель из себя как из слона циркач. Никакой. А ну вылезай. Может давай я в следующий раз буду возить. Как они успели вообще нас догнать, а? Я что-то не знаю. Может быть во всем виновата эта глупая остановка вашего фикса почки? Возле этой радиовышки. Троллинги эти ваши. Да выгай-то, что ты начинаешь самое дело? Мы вкусно зато покушали, еще его команду затроллить успели. Ага, только теперь весь выигрыш останется им. Че? Нет, этому не бывать. Короче... Давай, нажимай! Поехали! Сейчас догоним, ребята, не переживайте. Они как раз-таки там где-то врезались во что-то. Где они вообще? Я их не вижу даже. А, вон они, смотри! Кто теперь лузер? Кто теперь лузер? Раз-два. Удачи, парни, удачи! Кактусы! Дорогу выруливаем! Так, какая-то новая точка. Уже почти стемнело, ребята. Сколько мы уже километров проехали? Ой, что-то здесь не жутковато. А ты чего боишься? Ну что ты так пугаешь? Так, ряд, стоп. А это что там впереди? Так. 18 тысяч километров. Ага, да. Туннель, и он завален. А почему он завален? Как нам проехать-то? Я не хочу здесь надолго оставаться. Так, ну давайте посмотрим. Полные завалы. Бу! Не хочу, можно в другую команду. А что нам реально делать, руками что ли это все копать? Слушай, я не знаю. Давайте попробуем осмотреть вот эти вот дома сзади, которые находятся. Поехали к ним. Только давайте не разделяться. А то я видела один фильм ужасов, который точно так же начинался. Ну, так и он и закончится. Ладно, шутка. Да тише, давайте не шуметь. Ладно, ладно, мало ли мы здесь кого-нибудь встретим. Давайте глянем. Так, ну в этих домах ни черта, у нас осталась только вот эта последняя церковь, куда мы решили не заходить, и я, кажется, понял почему. Ребят, смотрите, давайте так, я отвлекаю этих мобов, а вы там что-то лутайте, смотрите, ищите! Давайте, я сейчас на них себя на это заманю на них! Давай! Все! Смотри, что это? Да не, они не вообще ни в какую! Я нашла какие-то патроны! Какие патроны? Не нужны нам патроны! А может нужно? Давай, Роза, ищи там быстрее! Смотри, что такое? Ты чё, убери это подальше, ты куда достала? Да я как, это опасно, как в фильмах тоже, знаешь, когда охотятся на призраков, на зомби, вот я такой тоже опасный. Нифига себе опасная. Так мне нравится. Я один тут вещи нахожу. Похоже, что да. Я сказал бы, что Роза нашла не просто вещь. Так, ладно, смотри, короче, я скрафтил, во-первых, лопату. Хорош. А камень? Вот это. О, то, что надо, погнали быстрее. Вперед к победе, друзья. А где наша машина? Она там где-то. А, точно, ничего страшного. Все, давайте, копаем. Я буду вас защищать.
О, другое дело, няшка, а то я думал, ты уже затупил. Давай, давай. Это вы не так, кого-то мы твои рабы. Да, освобождаясь от Эммануэля, то не хочу в этом городе оставаться. Фишка, что удумала? Вообще, понимаете, мы всю работу за них делаем. Ну, я думаю, можно попробовать. Давай, 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 аккуратненько. Я пойду пока машину притащу. Давай. А ну-ка, поберегись! Хо-хо! Все, ребята, садитесь, погнали! 10 тысяч рублей не за горами! Давай, давай, поехали скорее! Я не хочу с этими монстрюками оставаться, надеюсь, они за нами не увяжутся. Вау, неужели мы почти выиграли? Ты уже полностью стемнело. Я уже жду не дождусь, как буду получать все, я выигрыш. Но ты тихо, 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 мы еще не доехали, погоди. Ух, еле догнали их. Что? Они сзади, ну, они сзади. Ну, чего? Ну, подожди. Догнать сможем. Что это? Что это? Эй, дави, давай, давай, я жму, что это? Нет, 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 это что, это же как так? Ребята, осталось. Узер, немножко. Давай, давай. Эй, давай, раз. Фиксай. Фиксай. Пытаюсь. Не, ребят, я так не могу, ребят. Но они же Больше, наши друзья все-таки. Я пойду помогу им машину поднять. Ну подумаешь, дружеское соревнование. Ну, поможешь. Ребят, ну... Да, вот, между прочим, на деньги. Ребят, ну я не могу их оставить. Ну посмотрите на них. Они постоянно попадали в какие-то перетряги. То туда упали, то туда упали. Ну надо помочь, что друзья же все-таки. Какой же ты все-таки добряк, Фиксай. Ладно, я хлеб без соли доедаю. Давай, добей, встань из машины. Да что встать-то? Выйди из машины. Да выйди из машины. Я говорю тебе, выйди, говорю, помочь хочу. Вот так берешь, вот так. И... На голове, что ли? Силач, Фиксай. Ну ты силач, да. И вот так вот. Хорошо. Все, друзья, а теперь давайте просто вместе пересечем эту финишную черту. Ну ладно. Давайте, давай. Садитесь. Раз, раз, еще три. Два. Два. Три. Три. Да. Ух, ребят. Спасибо вам за помощь, честно, не ожидал от вас такого благородства. А то уже встали. Я, честно, не понял, что няшка согласится на ничью. Я и не соглашался, деньги-то мои. В моменте я подумал, что это соревнование не должно стать причиной ссор между нами, поэтому и решил, что ничья самое лучшее решение. Да, хорошая получилась история, а самое главное, с доброй концовкой. Да, кто последний прыгнет в воду, тот ох. А, тебе лопнуло!